подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 21 февраля. Вы знаете, это достаточно сильный энергетический день. И в этот день вы можете загадать желание и при этом сказать определенные магические слова. И ваше желание обязательно исполнится. И, друзья, прямо сейчас в комментариях под этим видео напишите: «Я реализую свое божественное право на процветание». Обязательно подпишитесь на наш канал, ставьте колокольчик и ставьте лайк обязательно этому видео. Итак, друзья, 21 февраля – это у нас достаточно активный день, связанный именно с энергетикой. И в этот день хорошо начинать именно планировать свое будущее. Сегодня в этот день увеличивается наша интеллектуальная активность. И, конечно же, что касательно концентрации, то и здесь нужно быть очень внимательным и осторожным, потому что здесь нужно сегодня, именно 21 февраля, во многих вещах скрупулезность и перепроверка себя. Это очень важно. Обращаем ваше внимание, что 21 февраля, это у нас будет 11-й лунный день, будет растущая луна. И, вы знаете, этот день является наиболее положительным днем именно всего лунного месяца, потому что в этот день все ваши пожелания, замыслы могут принести желаемые результаты. Кроме того, луна растет, а это нам дает дополнительный подъем сил, дает нам энергию, благодаря которой мы можем двигаться вперед. И вы знаете, кроме того, еще 21 февраля у нас и воскресенье, а это день солнца, который дает нам энергию и дает добро и силу людям. И, друзья, в этот прекрасный солнечный день, мы надеемся, что он у многих будет солнечный, мы предлагаем вам легкую практику на исполнение желания. Эту практику вы можете провести именно дома. Для этого вам понадобится лавровый лист, также вам понадобится включить водичку из крана и нашептать свое желание. Но для начала, перед тем, как вы начнете проводить практику, обязательно сформулируйте свое самое сокровенное желание. Помним, не используем частичку «не». Время проведения 21 февраля в любое время суток. Итак, далее вам нужно взять этот лавровый лист, положить на подоконник именно со стороны улицы, то есть поближе к улице, и сказать следующие слова. «Пусть парит к небесам мое желание, да услышат ангелы его и да помогут его воплотить. Сказанное да исполнится». И, друзья, обязательно проводите эту практику в хорошем настроении. И также, если кто-то пытается с вами в этот день конфликтовать, ругаться, ссориться, то старайтесь не обращать внимания. Помним, воскресенье – это все-таки день солнца, энергетически сильный день, когда не нужно выносить какие-то проблемы, неудобства, урядицы в свою жизнь. И, друзья, обращаю ваше внимание, что в самое ближайшее время ваше самое сокровенное желание обязательно исполнится.